Написанная по заказу венецианского монастыря францисканцев де Фрари, картина была помещена над алтарем после торжественной церемонии. Поначалу полотно чуть не было отвергнуто из-за своей поистине революционной новизны. На самом деле, создавая этот шедевр, Тициан ломает все традиции, обычные для этой тематики иконографии, чтобы вновь обратиться к схемам композиции Рафаэля и пластики фигур Микеланджело. Художник пренебрег обычными намеками на смерть и оплакивание, сосредоточив внимание картины на центральной фигуре Марии, поднимающейся в лучах божественного света престолу Всевышнего. Ее поддерживает сияющий полукруг ангелов, а на земле бушует радостное волнение апостолов. Непосредственность происходит из-за совмещения драматической силы и динамического напряжения, которые выражены неповторимым тициановским красным цветом, омытым ярким сиянием. После первоначальных сомнений полотно получило оглушительный отклик даже за пределами республики. В 1557 году историк Лудовико Дольче писал: «Как рано люди начинают восхищаться новой манерой, придуманной Тицианом в Венеции». Тициан создал новаторскую композицию, смело совместив несколько иконографических традиций. В вертикальном формате он выделил три уровня. Внизу показаны восторженно жестикулирующие апостолы. Выше Дева Мария с воздетыми руками в позе Оранты, на облаках, влекомая херувимами и ангелами, похожими на пути. А выше сам Бог, Отец, готов принять душу Марии. Картина пронизана бурным движением, будто Тициан стремился в ней преодолеть традиции венецианских алтарных картин предыдущего периода. Мария не всплывает, а буквально уносится вверх. Это соответствует догмату физического принятия Марии на небеса. Это движение вверх видно также по направлению рук жестикулирующих апостолов. Тициан учитывал масштаб и характер пространства нефа и апсиды церкви. Подчеркивая перспективу снизу вверх, он не случайно выбрал сильно вытянутый формат, а в цветовом решении, безусловно, учитывал свет, льющийся из окон по обе стороны алтаря. Золотой фон картины считают данью уважения традициям венецианской мозаики, поскольку Тициан в юности начинал свое обучение в качестве художника-мозаичиста. Вознесение Богоматери не просто одна из вершин творчества Тициана. Асунта – поистине новое слово венецианской живописи, никогда ранее не поднимавшееся до таких высот героической патетики и гражданского звучания. Творчество Карпаччо, братьев Беллини и в особенности Джорджони носило куда более камерный характер. Впервые в станковой живописи Тициан дает подобный образец героического стиля с монументальной укрупненностью форм, сопоставимой по мощи только с фресками Микеланджело для Сикстинской капеллы. Асунта производит огромное впечатление благодаря убедительности и реальности сюжета. В ней совершенно отсутствует ландшафт. Более того, вообще нет никакого указания на место действия, за исключением узкой полоски земли, на которой стоят персонажи. Каждая фигура, вся пространственная и цветовая композиция, освещение картины подчинены одной задаче – изобразить вознесение Марии. После захвата Венеции австрийскими войсками в 1816 году картина была изъята из церкви и помещена в галерею Академии, которая создавалась
при наполеоновском правлении с 1797 года и в помещение которой свозили произведения искусства из закрытых монастырей и храмов. Однако, по словам Теодора Хетцера, шедевр Тициана был выставлен неудачно. Картине не хватало света. За это время была проведена реставрация художником Латанцио Керена. В 1919 году картину вернули на старое место в церковь Фрари. Реставрация 1974 года подтвердила отличное состояние картины.